Тишевского, с участием прокурора Данила, адвоката Бабикова, Келитина, обвиняемого Искалиева, рассмотрев в открытом судебном заседании материал подписанного же адвоката Бабикова, защиты интересов обвиняемого Искалиева на постановление Кировского района 40 города Саратов 29 июня 2023 года. Руководство статьями 381, 13, 20, 28 УК РФ суд апелляционной инстанции постановил. Постановление Кировского района суда города Саратова 29 июня 2023 года в отношении Искалиева Самата Исеркеповича оставить без изменения апелляционную жалобу без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в первый кассационный суд.